Всем добрый день, доброе утро, у нас время 10:24, я сегодня встала без 15:07 вроде бы, и с утра уже сходила в садик и уже вышила посовет 400 крестиков по волшебной сове. Картинку я вам в конце видео покажу, что у меня на данный момент есть. И сейчас отвечаю на комментарии на ваши, и хочу, пока Ванюшка еще спит, вышивать на 5-м процессе. Вот видите, циферка 5. Надо вышить 600 крестиков до четверга. Ну, это быстро вышится. Если посидеть, то хорошо, быстро вышьется. И вот повышиваю, поотвечаю на комментарии. Вот такие вот дела. Да, сегодня у меня... Маш, не трогай, пожалуйста. Сегодня у меня муж привез доски. Я вам покажу чуть попозже. Доски привез, будем дом оббивать, поэтому... Фу, извиняюсь. Поэтому доски нужны. Иди пей чай, Маша. Маша тут прискакала вся, халат одела. Ладно, хорошего дня и хорошего всем настроения. Всем пока. У нас на улице дождь, а мы сходили с Егором на почту, забрали посылку. Это на 10 килограмм, там корм для животных. И сейчас мы подождем, когда покажется Егорка со второй посылкой. Там порошок на 6 килограмм, который я заказала всего за 195 рублей, по-моему, я заплатила. Егорка велик просто ставит в гараж. Он вез коробку на велике. Так как ему в руках тяжело, я вся сырая, Егорка весь бедненький, сырой тоже у меня. Но ничего. Устали. Как же дождика хотелось. Наконец-то дождик. Ура! Белье у меня, конечно, висит не убрано. Картошку хоть польет. Я рада, домик хорошо. Девочки в домике будут вечером играть. Довольные. Ну, Егорка что-то провалился, беда, долго он там с коробкой возится. Скажите ведь. Какой дождик, черемуха, скоро ягоды потемнеют. И рябина, ягодки, он и эти ягодки на рябине есть тоже. Классно. Катюха бежит. Че прискакала? Раздетая выскочила. Там корм животным пришел. Да, вон там, вон. Егорка несет еще одну посылку на 6 кг. Весь сырой уже, да, Егорка, ты? Вообще весь сырой. Как так, нет? Сухой? Ну, я вижу, у тебя голова прилизана, как будто тебя домой заноси порошок. Тут порошок на 6 килограмм. Две посылки еле дотащили, да, Егора? Ну, Егор на велике вез, он-то не тащил. Мама несла на 10 килограмм посылку, а Егорка вез на велике. Ну, так, чтобы тебе тяжести не тащить. Заноси эту коробку домой. И я сейчас тоже занесу на веранду эту коробку. Ага. Блин, герокл. Ладно, пошли мы. Вот такой вот, ребята, порошок пришел. Морозная свежесть, миф. 6 килограмм. Вот видите, 6 килограмм. Классно. Ребята, а корм у меня пришел вот такой вот для морских свинок на 10 килограмм. Что за него я тоже 400 с чем-то рублей отдала. Тут должен быть обычный гранулят. Тут даже он просвечивает. Ну, попробуем, будет, не будет, они есть. Ребята, и мне еще пришло от Тихоновой Натальи письмо заказное с Ростова. Ну, не заказное, а обычное. Сейчас будем распечатывать, смотреть, что там. Ребята, там схема пришла от Екатерины, вот такая вот, с именем Екатерина, у меня дочь Катя, тут дату только переделать, и класс, рост, вес, ну, классно, Мишка вышиваться будет, остатки ниток, бисера, а бисер тут что, а, тут цветочек бисер делается, ну да, классно это. Ну, вес, рост, все переделать, и будет Екатеринки. Тайсон. Да. Тайсон вам передает привет. Я вам обещала показать, что у меня сегодня. Смотрите, как интересно цветок расцвел.
классно. Видите, муж сегодня привез доски. Уже вечер, девочки с садика пришли, я в магазин сходила и решила пройтись и показать. Эти дощечки привез, будем дом оббивать. Не знаю, тут он навыбирает, конечно, но не все доски на дом пустим. Часть уйдет так. Вот еще эти тоже красивые цветочки, которые мне нравятся. Цветики классные. Ребята домой зашли, я сходила в магазин, купила сахар, хлеб и молоко. Вот такие вот дела. Сейчас иду домой. Чем сегодня занималась? За делами домашними. Видите, в многодетной семье много дел. Скамейка стоит. Игрушки, как всегда, везде разбросаны. Ой, немножко отдохнуть, постоять. Да потом домой идти. Ну, видите, купила сахар, молоко и хлеб. Больше ничего такого не брала. Там индюшка наша, он ходит. Индюшка, курочки. Там курочки. У нас сегодня дождик был. Чуть-чуть совсем. Даже земля сухая. Короче, дождей почти нету. Ладно, пошла я домой. Всем добрый вечер. Мы сегодня ничего не снимали. Не было настроения. И сейчас мы собираемся в садик идти. Вот такие вот дела. Я иду, Светка и Ванька. Светка в платьишке, я в шортах и рубашке. Ладно, идем в садик. И сегодня, если нам папа сделает щит, то мы будем стирать паласы, наверное. Потому что паласы надо к зиме приготовить. Ладно, шагаем. У нас вечера дети дурятся. Это мы приготовили паласы стирать, а они, видите, играют. Дурятся так. У вас танцпол, да, тут-то? Да, вечеринка. Ну, это палас будем завтра стирать. Завтра не трогай. Ну, прыгаешь ты, молодец. Вот как Ваньке нравится, да, Ванька? Ой, Ванька довольный. Обувь, да, Ваня, не трогай. Не трогай, Ваня, не трогай. А папа там музыку вам, слышите, включил? Орет музыка. Дома так вообще оглохнуть можно. Ой, Ванька, ты лег, да, Ванька? Ой, лег. Ой, как Ванька лег. Ой, Ванька танцует. Ваня сегодня в садик с нами ходил, а? Ну, я знаю. Ну, ничего, аккуратно. Папа, нам не нужно. Ваня зато... Ой, Маринка, какая акробатка. Не, палас прижимает, оно не поднимется. Я босиком вообще стою на камнях. Да. Масло было в столе, где рожки, да что у нас лежат, там бутылка с маслом. Аккуратно. Ой, Ваня тут бегает. Ой, Ваня бегает. Мася. Мася. Мася ничего понять не может. Ну, молодец, красиво делаешь. Завтра будете этот палас стирать, его потом повесим, а сюда другой опять постелим. Нам надо за лето 4 паласа выстирать. Эй, Ваня, бух-бух упадешь. А вы говорили, вам играть негде. Вон, беситесь. Мася, ты чего? Да. Че? Ваня? Маша, отойди, я ничего не вижу. Ой, сейчас упадет он. Ну. Ну, я разрешила тут и прыгать, скакать. Все равно же пока еще не намочили его. Значит, можете скакать, пока не намочили. Да блин, Марина, отойди. Соску ранили. Соску поднимите. Сам отойди. Ладно, играйте. Вот так вот, ребята, наш проходит вечер. Если кому понравилось, то ставьте лайк. Девочки, показывайте лайки. Двойной лайк. Двойной лайк. Лайк. Ваня, слышишь, Света кричит? Лайк. Лайк. Ваня, лайк кричит. Лайк. Света. Ваня, лайк кричит. Да, Ваня? Лайк. Катя. Аккуратно здесь.
Ладно. Всем пока-пока. Махайте пока-пока, ребята. Пока. Ваня, пока, махай. Махай пока-пока. О, в крапиву закинул соску. Идите, доставайте. Все, доставайте. Палку берите. Или... Вон, Маша, тапочком. Тапочком. Да не своим. Вон, свой одень, а вот любую обувь другую возьми. Какая разница, чью обувь? Ну правильно, Ваня, пускай в крапиву за соской идет. Вам не стыдно? Ладно, вот такой вечер, пойду соску доставать.